Всем привет, это Дневник Артиста, это Павел Зыков. Неожиданно появляются все новые и новые выходные, потому что слетают концерты. Ну, слетают концерты по понятным ковидным причинам, это все ясно, это все объективно. Но хотелось сказать о том, как это происходит, как отменяются концерты. То есть звонит некий подписной или подписная, договаривается о маршруте, о концертах в разных населенных пунктах, городах и так далее и тому подобное. Города заранее, ну, сейчас не слишком заранее, а где-то за недельку, за полторы дают добро. Перезванивают накануне, прежде чем, то есть в начале недели, дней за 6, за 5 звонят в этот ДК, в город, у вас можно выступить, у вас все нормально в этом городе? Говорят, да, отлично. Окей, выезжает администратор, начинает работать, то есть печатаются афиши, тратятся деньги, едет администратор, размещает рекламу в интернете, размещает в городе, и буквально в течение, буквально за пару дней до концерта, за несколько дней до концерта, вдруг выясняется о том, что а здесь нельзя. То есть вот 5 дней назад можно было, а вдруг резко нельзя. То есть ДК берут, разрешают у себя выступить, директора проекта вкладываются в рекламу, отправляют администраторов, те работают, выезжают, живут в гостиницах, тратятся тоже опять же на свою работу, на рекламу. В этой ситуации самые менее пострадавшие артисты, но они в итоге-то без работы. И вот получается, что вроде как можно и нельзя. Это, знаете, мне напоминает, как у собаки хвост по частям отрубают. То есть вот чуть-чуть отрубили, чуть-чуть можно, ой, надо бы еще сократить, еще. Друзья мои, либо в эту сторону, либо в другую. Так полу можно, но нельзя, но можно, но нельзя, но... Да как девушка, знаете, ой, и хочется, и колется, и мама не велит. Ну, в общем... Я надеюсь, что все будет хорошо, что все вместе мы победим это... зло, вот так вот скажу, зло, это нехорошевство, этот нехороший этап пройдет, и будет нам счастье, будем с радостью ощущать хороший этап, чтобы, вот знаете, чтобы почувствовать счастье, нужно испытать, говорят, какую-то проблему, а потом она решается, или вещь теряется, ты ее нашел, и ты счастлив, что мы вернемся к нормальной жизни, или, ну, к каким-то другим подобием нормальной жизни. Будем счастливы. Всем счастья, здоровья. Павел Зыков. Подписываемся на мой канал «Дневник артиста».